Конституция Казахстана – фундамент успешного развития страны и стабильности в обществе. Такое мнение высказали сегодня зарубежные ученые. В рамках 20-летия главного правового документа представители различных государственных органов совместно с иностранными профессорами обсудили развитие конституционного строя разных государств. Зарубежные гости отметили, что наша страна успешно развивается как правовое и демократическое государство, и в этом отмечают значимую роль Конституции. Есть некоторые страны, которые и хотят видеть свои страны такими же развивающимися, как Казахстан, и свою конституцию хотят видеть такой же правильной, и которая может влиять на развитие в целом государства. Те достижения, которые есть в стране, показывают о том, что наша конституция одна из самых устойчивых конституций.